Всем привет! Представляю вашему вниманию многошпиндельный специализированный станок для сверления отверстий в алюминиевом профиле с автоподачей ЧПУ «Сверловка-1». Тяжелая сварная рама дает станку высокий показатель жесткости, что позволяет ему выполнять работу в устойчивых условиях. Результат точности и идентичности готовых изделий. Подвижная рама для крепления шпинделей, рабочее передвижение которой осуществляется серводвигателями по рельсовым направляющим при помощи шарика винтовой передачи. Несмотря на свою массу, стабильно и точно производит обработку изделий благодаря компенсации массы системы пневмоподдержки. Данный станок может быть оборудован аж 6 парами шпинделей с жидкостным охлаждением, что дает возможность производить большее количество изделий, не прерывая работу станка. Станок оборудован конвейерной системой для автоматической подачи изделия и ее дальнейшей обработки. Режим заготовки в зоне сверления осуществляется при помощи пневмозажимов. Данный станок в зависимости от комплектации имеет возможность одновременно сверлить и зинковать до 6 отверстий. Данный процесс вы можете сейчас наблюдать на экране. Вот данное видео и подошло к концу. Если вам интересен данный станок, какие у нас еще есть станки и их технические характеристики, переходите на наш сайт по ссылочке в описании. А с вами был канал Станки ЧПУ Россия. До новых встреч в следующих видео.